От праздников к трудовым будням. Очередное планерное совещание прошло в администрации Северского района. В зале присутствовали главы поселений, представители служб и ведомств муниципалитета. Началось совещание с поздравлений. Глава района Адам Джарим вручил грамоты и благодарственные письма сотрудникам образовательных учреждений за активную инновационную деятельность в сфере образования и многолетний труд, а также наградил от имени Министерства образования, науки и молодежной политики призеров творческого конкурса «Пасха в кубанской семье». Особое внимание Адам Шахметович уделил вопросу состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства. После доклада о прошедшем отопительном сезоне собравшиеся обсудили подготовку к сезону 2018-2019 годов. Особое внимание необходимо уделить работе, проводимой на котельных Северского района. Оборудование должно быть отремонтировано в срок, теплотрассы заизолированы. В целях недопущения сбоев в работе систем теплоснабжения и в многоквартирном жилом фонде управляющим компаниям необходимо провести весь комплекс работ по подготовке к зимнему периоду. В целом район должен получить паспорт готовности в сроки, установленные законом, и, несмотря на все трудности, провести его безаварийно в штатном режиме. Еще один актуальный вопрос – санитарное состояние в поселениях. Работа управляющих компаний идет полным ходом, однако проблемы все же остаются. Мы с вами подходили к многоэтажным домам, разговаривали с людьми, заходили в подъезды, смотрели состояние подъездов. И очень большое недовольство со стороны местного населения, когда управляющие компании не дорабатывают, не делают то, что нужно сделать вовремя, в сроки. От этого и негатив, в первую очередь, со стороны людей, к администрации того или иного поселения. Мы с вами договорились, что индивидуально, значит, каждая управляющая компания отчитается о проделанной работе, и каждый глава поселения возьмет на особый контроль по своему поселению, что, когда будет ремонтироваться. Должна быть своя дорожная карта во всем направлении. Люди должны знать, за что они платят деньги, и в какие сроки, и с каким качеством будут поданы все эти моменты. Главы Афипского, Михайловского, Львовского и Шабановского поселения отчитались о работе по благоустройству территории. Начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Клименко представил доклад об организации муниципального этапа всекубанского турнира на Кубок губернатора Краснодарского края по уличному баскетболу и футболу. Глава района поручил обратить особое внимание на обеспечение безопасности участников и зрителей во время соревнований. Решение насущных вопросов – рутинная работа, которая ведется ежедневно, но системный подход и регулярный мониторинг результатов дают администрации возможность повышать качество выполняемой работы. В зале районной администрации состоялось общее собрание молодых депутатов при Совете муниципального образования Северский район. Цель встречи – проведение промежуточных итогов работы Совета и определение задач на будущее. В собрании приняли участие председатель Совета муниципального образования Северский район Василий Попандопола, заместитель главы района Михаил Лысенко. Они пожелали молодым парламентариям не останавливаться на достигнутом и проявлять большую активность в решении насущных задач. Всего на собрании рассмотрели 6 вопросов, касающихся деятельности Совета. По каждому из них провели голосование. В минувшие выходные на базе спортивного зала одной из самых современных и динамично развивающихся школ станицы Северской, номер 45, состоялось первенство Краснодарского края по японскому боевому искусству айкидзю-дзюцу. Мероприятие собрало более 50 участников из различных населенных пунктов Краснодарского края. Возрастная категория спортсменов от 6 до 55 лет. Примечательно и то, что в первенстве принял участие Юрий Сверлин, мастер спорта СССР по дзюдо и самбо. Мы решаем совместно общую задачу, да, это поддержание здоровья нации. То, что касается отношения к нам руководства Северского района, руководства муниципальных учреждений, оно крайне доброжелательное. Даже вот это мероприятие сегодня мы проводим в стенах среднеобразовательной школы номер 45, которая неоднократно нам оказывала поддержку в проведении спортивно-массовых мероприятий. Отдельные слова благодарности я бы сказал руководству школы, это директору школы Каратаевой Наталье Петровне, а также заместителю директора по учебно-воспитательной работе Простовой Ольге Александровне. Они делают огромную работу, благодаря которой мы способны решать задачи по воспитанию молодого поколения и по завоеванию каких-то наград, медалей, кубков на всероссийских соревнованиях. Соревнования проводились по комбинированной системе в 2 этапа. Всего было разыграно 8 комплектов наград в 4 возрастных категориях. Данное мероприятие являлось отборочным этапом для участия в первенстве России, которое состоится в ноябре 2018 года в городе Санкт-Петербург. Бич! Оп! Бич! Оп!
Краснодарская краевая федерация айкидо и айкидзю-дзюцу функционирует с 2012 года. На данный момент филиалы федерации расположены в городах Краснодар, Кропоткин, Славянск-на-Кубани и станице Азовской. Искусство айкидзю-дзюцу – одна из самых старых традиций японского будзюцу. Экзотическое название соответствует самому единоборству. Это древнее боевое искусство японских самураев. В основе – приемы владения мечом и система передвижений. Его считают одним из истоков айкидо. В основе техник айкидзю-дзюцу лежит работа в трех плоскостях, что дает вам возможность постоянно выводить противника из равновесия. Мы пришли, как ни странно, 1 сентября 2007 года, то есть мы занимаемся чуть меньше года. Сначала привела ребенка, осталась сама, в общем, мы с ним вместе теперь так и занимаемся. С точки зрения, вообще, очень много этот спорт дает дисциплины, как внутренней дисциплины, так и внешней. Помимо физической подготовки, есть огромная масса, огромный пласт того, что дает, развивает ум, то есть это те моменты, когда мне нужно, прежде чем что-то сделать, атаковать, защититься, подумать, уйти, оно очень сильно применяется в жизни. То есть в общении с людьми все эти принципы, когда мне нужно отойти либо наступить, они точно так же действуют. Все занимающиеся айкидо и айкидзюцу имеют возможность в процессе обучения сдавать экзамены на ученические степени Q, а в дальнейшем и мастерские степени Дан, это черный пояс, с получением официального сертификата и международного Будо-паспорта и штаб-квартиры айкидо айкикай хомбу додзе в городе Токио, столице Японии. Возраст спорту не помеха. Это в очередной раз доказали жители нашего муниципалитета. В станице Северская прошел районный этап краевой спартакиады пенсионеров. Соревнования среди пожилых спортсменов проводятся только второй год, но уже успели полюбиться всем, кто неравнодушен к физической культуре. Участники мероприятия подают пример не только своим сверстникам, но и молодежи. У нас сегодня проходят вторые в нашем районе соревнования спартакиада пенсионеров за счет городских и сельских поселений. Очень отрадно отметить, что по сравнению с прошлым годом количество увеличилось практически в 3 раза. Хочется отметить, что в нашем районе спорт достаточно на высоком и серьезном уровне. 3 спартакиады краевых, которые проходили в Северский район, всегда призовые места занимал. Позапрошлый год 2-е, в прошлом 3-е. И в этом году из победителей мы сформируем команду и, надеюсь, побьемся за самые высокие награды Краснодарского края. Спартакиада пенсионеров проходила по 4 видам спорта. Легкая атлетика, 500 метров для женщин и 1000 метров для мужчин. Настольный теннис, шахматы и плавание. Ирина Головина заняла 1-е место в соревновании по легкой атлетике среди женщин. Бывший тренер, она, как никто другой, знает о пользе занятий физической культурой. Надо каждый раз, каждое утро заниматься зарядкой. И тогда мы будем здоровыми, будем полезны нашему обществу, нашей России. Я бывшая спортсменка, поэтому, видимо, 1-е место. Я уже полностью ушла на пенсию, работала я 40 лет педагогического стажа, работала в детской спортивной школе. Из них 21 год здесь, в Северском районе. Как отмечают участники спартакиады, занятия спортом стали частью их жизни. Здесь не стоит вопрос о высоких достижениях. Главное – это забота о собственном здоровье, которое необходимо в любом возрасте. Победители районной спартакиады будут представлять Северский район на краевом уровне.